Дорогие друзья, мы вас приветствуем, дорогие любители джазовой музыки. Нам всегда приятно, когда вы к нам приходите. Пожалуйста, проверьте, выключили ли вы мобильные телефоны. А пока я вам расскажу небольшой анонс наших следующих концертов. Перед Международным женским днем мы хотим поздравить наших дорогих женщин с праздником, и для этого пригласили певца Владимира Брилева с праздничной программой. Она называется «Монолог артиста». Владимир Брилев – певец, актер, лауреат международных вокальных конкурсов, участник проекта «Главная сцена». Его концерт состоится 3 марта, и мы предлагаем дорогим мужчинам пригласить своих милых дам. На масленичной неделе мы предлагаем концерт Инны Желанной. Программа называется «Изворот». Ее творчество – это смесь рока, джаза, фолька, транса и психоделики. В основе всего лежит русская песенная традиция. Она поет в сопровождении бас-гитары, саксофона и ударника. А 12 марта мы приглашаем вас на вечер за столиками под названием «Ой, блины, 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 ой, блиночки мои». Это будет фольклорная программа. В ней выступит высочайший виртуоз балалайки Юрий Шутов и фольклорный дуэт. И можно на этом вечере и поиграть, и воспользоваться какими-то забавами, шутками. Это будет веселое гуляние с песнями и плясками. 17 марта у нас будет концерт, который мы перенесли с февраля. Есть такой пианист Рэм Урасин, он считается самым романтическим пианистом нашего времени. Гран-при на конкурсе Шопена в Варшаве. Публика и критика польская считают, что он и внешне похож на Шопена и играет как Шопен. В программе Шопен. Следующий джазовый вечер состоится 24 марта. У нас в гостях трио американского джазового пианиста Джона Дэвиса. Это выдающийся американский пианист, резидент нескольких джазовых клубов Нью-Йорка. Его программа называется «Джаз объединяет континенты». Прозвучат джазовые стандарты и авторские композиции. Ну а сегодня на нашей сцене выступит хор под названием «Honey Jazz Хор». Это джазовая акапелла. Они лауреаты всероссийских фестивалей и конкурсов, умеющие донести красоту и силу музыки. В программе джазовые стандарты, спиричуэлс, многочисленные обработки современной музыки. Итак, на нашей сцене Honey Jazz Хор, художественный руководитель Людмила Ханина. Перед вами выступят ансамбль Honey Jazz Choir,
а также участники ансамбля с сольными номерами. Начнем мы наш концерт с песни. Это очень известная композиция британского певца и композитора Стинга. Песня называется «Shape of my heart». Песня написана в 1993 году и до сих пор задевает сердца слушателей. У всех нас разные цели в жизни, и каждый ищет свою истину, свой смысл жизни и разгадывает свои загадки. Но очень важно понять и то, кто ты есть на самом деле, какова она, форма твоего сердца. Представитель на аранжировке, нашей аранжировки.
Каждый носил свою интерпретацию, что-то свое, немного видоизменял, песню импровизировал. И далее исполнит вместе с Дмитрием вариант Нины Симон. Love me, love me. Thank you.
Спасибо. Я приглашаю на сцену Марину Прокудину. Она исполнит песню, которая называется «Guess Who Is Town». Угадайте, кто в городе. Это веселая рок-н-ролльная песня о новом свидании с человеком, которого ты давно не видел. И тут он наконец-таки появился. Живу, друзья, и дыхание задаю.
Я как будто прежнее ожидаю. Под окном твоим готов стоять. И на свет его лучи я всегда спешу быстрее, как на свидание. С юностью моей тара-тара. И на свет его лучи я всегда спешу быстрее, как на свидание.
Wild, песня, которая называется My Favorite Things, из мюзикла «Звуки музыки». Песня о маленьких радостях, о самых важных вещах, наполняющих нашу жизнь ежедневно. Большая цитата. Бежевый пони и торта кусочек, шницель с лапшой, дверной колокольчик, дикий гусей по небесный пунктир. Это мой радостный маленький мир. Песня My Favorite Things. Thank you.